Жгучая, ароматная и яркая мексиканская кухня, конечно, на любителя. Однако, если уж вы являетесь таковым, то это замечательное блюдо в лучших традициях Мексики, несомненно, вам понравится. Я считаю, что все в этой жизни надо попробовать, конечно же, в пределах разумного, поэтому я вам рекомендую обязательно включить этот простой рецепт говядины по-мексикански в список того, что вы хотели бы попробовать в ближайшее время. На мой взгляд, это весьма неплохой вариант для романтического вечера, так что вперед на кухню, мы будем готовить мексиканский сюрприз для своих вторых половинок, и, если вы по-настоящему заинтересовались, то я с огромным удовольствием расскажу вам, как приготовить замечательную острую говядину по-мексикански. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Для начала мы мелко нарезаем чеснок, а лук чуть покрупнее, разогреваем на сковороде масло и обжариваем их до прозрачного состояния, затем добавляем нарезанное кубиками мясо и жарим все вместе. Готовим мясо до тех пор, пока сок не выпарится в половину. Добавляем томатную пасту, именно пасту, а не кетчуп. А если вы используете свежие томаты, то их необходимо предварительно очистить от кожицы и мелко нарезать, солим, посыпаем черным и красным молотыми перцами, перемешиваем и готовим все еще несколько минут. Теперь перекладываем содержимое сковороды в емкость для тушения, открываем баночку фасоли, а сок вливаем к мясу, перемешиваем и тушим на маленьком огне полчаса. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Затем добавляем нарезанный чили, перец и чеснок пластинками, перемешиваем и оставляем еще на полчасика. А по истечении времени выкладываем к мясу фасоль и мелко нарезанную зелень, еще раз проверяем на соль и на остроту, добавляем, если надо, тушим 10-15 минут, и теперь наше блюдо готово, раскладываем по тарелкам и наслаждаемся, приятного всем аппетита! Подписывайтесь и ставьте лайки. Такие продукты будут нужны. Говяжья вырезка, 500-600 грамм. Паста томатная, 4-6 столовые ложек, можно заменить свежими томатами. Красная фасоль, 250 грамм. Перец чили, 2 штуки. Лук репчатый, 2 штуки. Чеснок, 2-3 зубчиков. Зелень свежая, 150 грамм. Соль, по вкусу. Специи, по вкусу. Количество порций, 5-6. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх. Если нет, то палец вниз. До свидания, друзья.